Для семьи Кунамбаевых это важное событие. Внучке Адия сегодня перерезали путы. Она первая внучка в династии Кунамбаевых. Трогательную и такую важную церемонию доверили главному хранителю фонда Музея литературы и искусства Саре Кожахметовой. Такой ритуал делают всем детям. Пусть моя внучка берет пример от Сары, бабушки, и станет почетным гражданином республики. Пусть будет уважаемая, красивая и искренняя девушка. Пусть растет здоровой. Также коллектив Госархива намерен провести различные конкурсы с членами клуба «Жас Жиртиуше», открытого в рамках проекта «Архивные документы истории области». Здесь задействованы учащиеся средних школ города Кокшетау и Назарбаев интеллектуальной школы. В ходе состязаний будут оценены знания национальных традиций, народных песен, устного народного творчества. Также коллектив областного архива подготовит видеоролик по приготовлению национальных блюд. Здесь у нас есть ряд планов. Концепция утверждена. В этой концепции прежде всего пропаганда традиций и обычаев подрастающего поколения. Цель второй концепции – в марте посетить семью, узнать ее состояние, укрепить ее институт. Цель третьей концепции – укрепление нашей взаимной дружбы с различными народами. Еще одна цель – это умение ценить, защищать природу, окружающую среду. Камшат Акишев, Лев Кайыржан, Павел Соловьев, Кокшак Парат.